Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Надя, и сегодня у нас с вами будет очередная распаковочка большая. Ссылочки на все товары, как всегда, будут в описании под видео. Кто впервые на моем канале и еще не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Всем приятного просмотра! Так, открываем первую посылку. Посмотрим, что тут мне пришло. Девчонки, мне пришло тут очень много разной красоты. Все хорошо продавец упаковал. Доставка быстрая с магазина. Где-то до месяца. Так что я считаю, что это очень быстро. И давайте начнем вот с таких наклеек. Наклейки я уже подобные брала на AliExpress. Они мне понравились и решила еще взять. Это идут 3D наклейки. Так, есть инструкция по применению. Легко работать. Наклеили на ноготочек. И уже дизайн у вас готов. И главное закрепить. Я закрепляю наклейки слоем базы и топа. Вот такие милые мини Микки Маусы. Взяла себе 2. Потому что мне они нравятся. И вот такие, это идет лот, 2 штучки, веточки как раз на весну, цветочки, также идут 3D наклейки, цена бюджетная. Если сравнить с ноготочком, подойдут на маленькие ноготочки. Эти также, как на длинные, так и на маленькие подойдут. Там есть разные наклейки мультяшные и не только. Так что смотрите на ссылочки. Дальше следующие это стразики. Вот так хорошо все продавец упаковал мне. Там есть разные цвета стразов. Кто меня смотрит, знает, что я стразы люблю. Вот такая красота, девчонки. Тут идет 6 разных размеров страз синие. Посмотрите, как они круто играются. Красиво, да? Это стекло, не пластик. Дальше. Это вот такие листья. У меня был набор 12 штучек. Разные, как раз предыдущие распаковки, можете посмотреть на канале отдельно каждая штучка. Это вот такой наборчик, также голографический, но мне кажется, что эти побольше. Я вам сейчас покажу, какие. Вот такой наборчик у нас был, ссылки я и на него оставлю. Давайте их сравним, вот эти листья. Как видите, как я говорила, эти идут побольше, эти меньше. Тут также есть разные цвета. Конечно, этот набор бюджетнее. Но этих можете даже больше. Может и нет. Вот такие наборчики, они подобные. Обзор на этот набор смотрите в предыдущей распаковке. И давайте посмотрим на эти поближе. Так, сейчас откроем. Разные цвета, тяжело открывается, вот эти лучше. Сейчас я возьму и голографические, сейчас я возьму чипсу и сделаем с ними дизайн по-быстрому. Возьмем вот такие синие и на такой чипсу. Вот так, если сравнить с ноготочком.
другой цвет возьмем. Такая красота. Следующий наборчик — это звездочки разноцветные. Давайте посмотрим их поближе. Мелкие, небольшие, если сравнить с листьями. Разные, голографические. Так, сейчас мы попробуем сделать дизайн с ними. Вот такая красота, девчонки. И закрепляем слоем базы и топа. Разные, разноцветные. Наполнение хорошее. Больше полбаночки. И еще тут камуфлбуки. Посмотрим цвета поближе. Хорошо продавец упаковал. Вот такая еще защитная пленка. Вот в этих нету. Так, чтобы они не просыпались. Так, давайте тут откроем. Также сделаем дизайн. Так, все осторожно, чтобы я ничего не просыпала. Конечно, это плюс, так как это все могло мне просыпаться по ссылку. Так, наношу я базу. И на базу буду цеплять вот эти шестигранники. Можно сочетать их и с стемпингом. Также будет интересно смотреться. Вот. Но они идут обычные, не голографические. Так, уже просыпала. Разные размеры идут, как большие, так и маленькие. Ну, конечно, это можно фантазировать, что кому в голову придет. Так и нацеплять их. Вот. Они идут в виде шестигранников. Еще раз вам поближе цвета. Вот такие разные. Так. И дизайны у нас получились с этими штучками. Дальше продолжаем распаковку. Да, и да, еще забыла, хочу наклеить вот такую наклейку на вот эту типсу. Так, это не водные наклейки, тут защитной пленки нету. Тут просто надо отклеить и наклеить. Так, возьмем вот такой цветочек. Главное подцепить. Вот подцепила. И на типсу. И все, дизайн готов. Только я очень, конечно, яркую типсу выбрала. Плохо видно рисунок. Очень легко с этими наклейками, конечно, работать. Следующая посылочка. Это мне пришла очень крутая, девчонки, посылка. Это мне пришел вот такой холдер для больших пластин. Хорошо продавец упаковал. Смотрите, какая это красота, девчонки.
подложка хорошая, такая плотная, такая разноцветная, дизайн красивый. Так, вот нам большие пластины. 2, 3, 4, 5 на 20 слотов. Я еще вам покажу, какой у меня есть холдер для больших пластин. Это идет вот такой, он дешевле, если сравнить с этим. Ну, у него вот такая тонкая подложка, это такая плотная. И вот так я храню пластины. Давайте посмотрим, проверим. Так, возьму я пластину и проверим вот этот холдер. Да, все хорошо. Можно также хранить тут и наклейки. Все подходит. Просто замечательно. Там есть разные расцветки в продавца. Ну и на этот холдер подешевле я вам также оставлю ссылку. Этот побольше, если их сравнить. Этот красавчик. Следующая посылочка. Это мне пришел вот такой блочок. USB выхода. Адаптер. Вот что заявлено. Цена, конечно, бюджетная. На 5 ватт 1 ампер. Следующая посылочка. Это мне пришел вот такой бинт. Цена бюджетная. Сейчас посмотрим, я уже заказывала такой, только в другом цвете, зеленый. Брала он как бы самый дешевый, это немножко подороже. Сейчас покажу. Так, есть рамка где-то. Вот так и все. Ну, там есть разные цвета у продавца. Вот так под кожу выбрала такой цвет. Это мне пришла пластина от S-Joy под номером 26. Я люблю пластинки S-Joy. У меня уже их, как вы знаете, немало. Вот одни из них. Можете посмотреть тестирование на канале. Вот это уже другие. И вот такая еще будет у меня в коллекции. Мы ее сейчас с вами протестируем. И еще мне пришли вот такие пластины от JRAC. Это венделечки и орхидеи. Вот такие цветы. Это из новинок. Пластина 211. И это старая серия 57. Классные венделечки. Для тех, кто не умеет рисовать, пластины, конечно, помощь. И давайте начнем тестирование вот этих пластин. Так, буду я тестировать штампиком от Бор-Притти двойным и лак для стемпинга Т, обычный лак и лак для стемпинга Бор-Притти. Первым делом снимаем защитную пленку. Так, сняли защитную пленку, обезжириваем и будем начинать работать с
обычного лака. Это у меня старый лак. Посмотрим, как пластина работает с обычным лаком. Все хорошо. На типсу. Лаком для стемпинга, конечно, будет лучший эффект, если белым цветом, так как обычные лаки не имеют плотности хорошей. Чистю я за кадром все об скотч. Давайте возьмем лак для стемпинга. Т. Золотой. Все хорошо. Красный, как бы золото и красный хорошо сочетается. И сейчас возьмем серебро. Это Бор Притти. Люблю я лаки для стемпинга от Бор Притти. Как раз в предыдущем видео у меня были новые лаки для стемпинга от Бор Притти. Давайте вот эти рисуночки такие классные. Кому интересно, можете посмотреть на канале. Так. Все отпечаталось. Давайте на синюю подложку. Так. И на красную. Можно дополнить такой рисунок стразиком. Будет хорошо смотреться. Вот такие венделечки у нас получились с пластиной 57. Конечно, рисунки классные. Такая пластина должна быть с такой тематикой у каждой девчонки. Так что советую. Дальше будем тестировать пластину под номером 211. Белый цвет. Возьму золото. Давайте вот эти два рисунки возьмем с золотом. Все хорошо. И на типсу. Вот такую веточку. Еще добавим цветочка. Вот давайте вот этот цветочек к веточке сделаем, так как. Такие у нас рисунки получились с пластиной под номером 211. Пластина хорошая, рабочая. Вообще JRK я люблю, они у меня одни из любимых пластин, так как качество у них на высоте. За кадром я еще сделала пару рисуночков, вот так у меня получилось. И давайте еще протестируем пластину 26.
сейчас тестировать ее. Начнем с обычного лака. Гравировка отличная, все тоненькие линии отпечатались. Только, конечно, минус, что это обычный лак. Сейчас я возьму белый для стемпинга и сравню. Вот у меня отбор Pretty белый. Давайте этот же рисунок сделаем лаком для стемпинга. Сразу видно, что он поплотнее. Давайте возьмем на вот такую типс. Вот. Разница, конечно, хорошая. Это обычный лак, это лак для стемпинга. Дальше возьмем вот такие линии. Черным. Да, гравировка хорошая, много надо, чтобы ее забыть. И возьмем вот такой голубой, как бы перекатывающим движением. Вся уже испачкалась. Вот этот интересный такой 3D эффект. Сделаем лаком Т. Давайте серебром вот эти каменные структуры. Да, все хорошо. Конечно, с этой пластиной можно, девчонки, играться и играться. Вот такие сводчи у нас с ней получились. Пластина хорошая. Гравировка, как видите, отличная. Всем спасибо, кто досмотрел мое видео до конца. Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Ссылочки на все товары, как всегда, будут в описании под видео. Всем хорошего дня, отличного настроения, удачных покупок, красивых и здоровых вам многоточков. И всем вам до новых встреч. Всем пока-пока.